Здравствуйте, стрельцы! У нас прогноз для вашего знака зодиака на вторую половину марта. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Представитель знака зодиака стрельцы 16 по 31 марта. На Ленорман мы посмотрим, сюрприз или неожиданность. Также получим советы от оракулов. Прошу прощения за свой голос, немного простыла. Стрельцы, вторая половина марта. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта для тех, кто состоит в отношениях или в браке. Вторая для тех, кто в поиске. Работа, бизнес, у кого есть. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце марта? И совет или предупреждение от Таро. Да, на дне колоды у вас пятерка кубков. Какое-то разочарование, расстройство, досада, нереализации того, что вы хотели. Вообще у вас тут и мечи, конечно, присутствуют, такие какие-то сомнительные карты. Может быть, что-то связано с работой, какая-то критика в ваш адрес. Ну, пятерка может говорить о разочаровании в чем-то или в ком-то, о какой-то нереализации, о потере. Но опять здесь не все так драматично, как вам кажется. Что-то от чего-то вы, может быть, откажетесь, а что-то вы сможете все-таки реализовать или получить. Это может быть, конечно, и в работе, и в каких-то ваших планах, делах, или это может быть в отношениях. Давайте посмотрим, что нам скажет Ленорман, стрельцы, вторая половина марта. Ну вот я говорю, от чего-то придется отказаться, но крысы это не совсем отказ, но какой-то ущерб, да. Может быть, что-то у вас не получится, может быть, что-то связано с работой, с отношениями. Да, здесь больше информации идет женщинам. Здесь, знаете, еще кто-то из женщин может переживать по поводу своей внешности. Что-то вам не нравится, может быть, не знаю, там морщинка появилась или какое-то пигментное пятно. Но это все сейчас легко реализуется, поэтому не стоит из-за этого переживать. Хорошо, давайте начнем смотреть. В начале 15 дней у вас сложится туз кубков. Какие-то приятные, радостные новости, сообщения, перемены. Известие, да, кто-то может влюбиться. У кого-то, может быть, исполняется какое-то ваше заветное желание. Может быть, кто-то здесь отправится в отпуск, например. Или кто-то будет переезжать. Ну, тут по деньгам еще мир. Да, может быть, вы в какое-то путешествие наконец-то отправитесь. Также туз кубков у нас это предложение руки и сердца. Это беременность, зачатие. Это реализация, например, в творчестве. Или какое-то новое начало. Нахождение, например, вот новой работы для кого-то. Ну, не знаю, стоит ли туз кубков. Ну, давайте уточним, да, с чем счастье это связано у вас. С магом. Так, ну, маг это может быть какой-то специалист, который поможет вам, наконец-то, исполнить ваше желание. Я говорю, может быть, у кого-то здесь мужчина очень активен, предпринимает действия, ну, делает вам, например, предложение руки и сердца. Или мужчина здесь как маг, да, он у нас волшебник, он вам, мужчина, делает какой-то сюрприз,
ну, исполняет какое-то ваше желание заветное. Но также это специалист, который путевку вам оформит, например, турагентство, да, или это врач, который поможет вам забеременеть. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь у нас ложится ваша карта «Рыцарь жезлов». Но «Рыцарь жезлов» у нас карта очень активная, она говорит о движении вперед. Может быть, у кого-то здесь состоится поездка, у кого-то может состояться переезд, смена места жительства. Но также опять мужчина здесь будет очень активен. Вот как по магу, да, мужчина будет проявлять очень много активности в ваших отношениях, в вашей любви. Ну, давайте мы уточним, с чем у вас связан рыцарь жезлов. По поводу чего здесь движение вперед. Ну, тут или вступление в брак, или какая-то сделка. Сделка может быть по покупка-продажа недвижимости, или это заключение договора, например, с турагентством по переезду. Может быть, кто-то здесь планирует, например, по миру иммиграцию. Могут прийти какие-то важные для вас документы, которые откроют вам движение к новым берегам. Почему здесь крысы ложатся? Что вот этот вопрос очень долго не решался, и вы уже начали беспокоиться, получится или нет. Но солнце нам говорит, что да, у вас все получится. Да, я хочу еще уточнить, потому что все-таки у нас и о разводе иногда эта карта говорит. Да. У кого-то перемена места жительства, переезд, смена страны, дома, города, района. Но у кого-то здесь развод, потому что все-таки рыцарь, он как бы уезжает. И, скорее всего, это решение принимаете вы сами. Но тут не буду вдаваться дальше. Тут или у вас кто-то появился, или у вашего благоверного благоверной кто-то появился. Пятерка говорит о потере партнера. А состоится эта потеря, ну, по вашей инициативе или вас уже поставят перед фактом? Я думаю, что здесь это решение принимает женщина. Потому что в ваших отношениях, в вашей любви завелся какой-то грызун. Ну, кто-то здесь сделка и меняют место жительства. Да. Хорошо, для тех, кто в поиске любви. Но поиска я у вас не вижу. По-моему, вам хорошо сейчас наедине с самим собой или самой собой. Да, четверка говорит вообще о недвижении. Это карта изоляции. Человек сам себя ограничивает в общении. Ну, может быть, у нас четверка все-таки приходит после тройки мечей, когда у человека состоялся болезненный разрыв отношений. И пока вы, может быть, просто не готовы. Вот по двойке вы, ну, может быть, просто не доверяете противоположному полу. Или у вас вообще сомнения, нужны мне новые отношения. Не нужны, может быть, мне и одной, и одному хорошо. Я, конечно, могу посмотреть вам совет, но здесь будет только ваше решение. Да, тут только ваше решение. У женщин здесь вообще на пороге король кубков. Это влюбленный человек. А мужчины сами могут влюбиться. Ну, это если вы захотите. Может быть, как бы карта наоборот говорит, что вы была у вас вот эта потеря, вы ее оплакивали. Тут, может быть, еще для того, чтобы выйти вот из этого тяжелого положения, может быть, нужно воспользоваться какой-то терапией. Потому что у нас король кубков, это может быть психиатр или психотерапевт или психолог, который поможет вам наконец-то расстаться вот с той потерей, которая была. Да, ну тут одиночество, конечно. Тут, может быть, кто-то из женщин посвятил себя, например, пока детям. Так, ну, смотрите, да. Хорошо, для тех, кто работает, здесь, я говорю, какая-то критика в ваш адрес. Может быть, придирки или недовольство вами. Еще карта говорит, для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице или развиваться как специалист, нужно получать новые знания. Давайте мы пажа мечей уточним. Да, для продвижения как бы нужно чему-то еще учиться. Но еще здесь может быть недовольство-то ваше,
Вас могут отправить, не знаю, в какую-то командировку или поездку, или назначить вам вот это получение каких-то неожиданных новостей о том, что вас, например, назначили или на другую должность, или какой-то другой участок. Но колесница приведет к улучшению вашего положения. И смотрите, здесь у нас по деньгам мир. Тут меняется один этап вашей жизни и начинается совсем новый. То есть, может быть, здесь, например, сдать какой-то крупный проект. Да, будут придираться, будут критиковать, но есть все шансы этот проект сдать, может быть, прям получить какой-то новый заказ. Потому что иногда мир говорит о смене одного этапа, но более миролюбиво, спокойно, то есть без каких-либо эксцессов. Но здесь вам все равно придется, наверное, посражаться, отстоять что-то. Но у вас получится. Ну или тут какое-то новое назначение. Хорошо. Но для тех, кто в поиске, здесь тоже есть шанс найти работу. Да, тройка пентаклей. Это работа в сплоченной команде. Это может быть или присоединиться к какому-то частному бизнесу, или вас здесь примут в какой-то коллектив. Но тройка, как правило, говорит, то ли вас тут будут оценивать, то ли тестировать. Ну, смотрите, на что вы способны. Да, здесь нужно вам постараться. Но есть шанс найти работу. Ну, а если вы планировали, может быть, с кем-то начать, друзья, родственники, то вот сейчас самое время. Продумайте план действий, как вы хотите воплотить желаемое в жизнь и начинайте задуманное. Да, по деньгам. Это у кого-то здесь смена места жительства, у кого-то, может быть, поездка какая-то в отпуск или эмиграция, то деньги пойдут туда. Но еще здесь меняется у вас денежный поток. То есть какой-то закрывается, какой-то новый открывается. А в конце марта у вас какой-то сложный выбор. Какие-то сомнения, колебания по поводу, может быть, дальнейшей вашей жизни. Но это может касаться ваших отношений, любви, может быть, каких-то ваших планов или это работы. Здесь как бы карта говорит, слушайте свою интуицию. Давайте, хотя совет вам говорят, продумайте дальнейшие пути и начинайте уже действовать, да. Тут получение каких-то хороших новостей. Давайте мы вот здесь сначала посмотрим, да. Вот видите, туз пентаклей. Тут сомнения по поводу чего-то нового, то ли по поводу переезда. А вдруг вот у меня не получится, а как я там на новом месте? Все у вас получится, у вас туз пентаклей. Это шанс больших материальных возможностей. Это благополучная жизнь. Это стабильность в первую очередь. Ну, а также это если для тех, кто в поиске любви, как бы поиска я не вижу, но сомнения, нужна, не нужна мне любовь, но у вас есть шанс познакомиться. Ну, а также кто ищет работу, ищите. И кому предлагают какую-то новую или должность, или направление, то тоже это приведет вас к успеху. Ну, а совет у вас, Паш Жезлов, как бы карта говорит, готовьтесь к чему-то новому. И не бойтесь рискнуть. Да, может быть, вот это переживание как раз и говорит, да, может быть, я что-то потеряю. Но как бы карты все очень хорошие. И она как бы говорит, что есть у вас какие-то задумки, планы, открываются какие-то новые дороги, езжайте. Или начинайте. То, вот чем вы загорелись. Что вам хочется реализовать? Давайте посмотрим совет для стрельцов. Вторая половина марта. Ватиканского оракула. Совет Ватиканского оракула. Вторая половина марта. Это малый народец, и она у вас прямая сейчас. Рядом с вами есть те, кто с радостью готов подключиться к вашей работе и предоставить вам необходимую помощь в проекте, который также дорог и их сердцу. Оглянитесь вокруг, озвучьте, какая поддержка может быть вам нужна, и с благодарностью принимайте предложенную помощь. Еще совет у нас от оракула «Магические врата». Я даже не успела помешать.
пробуждении древней мудрости во мне пробуждается глубокое внутреннее знание. Давайте вам зачитаем. В вас дремлет мудрость веков, и сейчас она пробуждается. Вам протянули чашу мудрости, чтобы вы испили из нее. Обращайте внимание на совпадения, знаки и необычные случаи вокруг вас. В вас вызреет глубокое просветление, даже если вы этого не осознаете. Да, ну, прислушивайтесь к своей интуиции. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.